И перед вами какая красота! Покрывало, ветка рябины из 100% хлопка, да еще и целый комплект. Наволочки в комплекте 50 на 70. Это целая, ну я не знаю, одежда для нашей кровати. Шикарная, шикарный наряд для кровати. Конечно, мы должны наряжать не только себя, но и свой интерьер, свою спальню. Посмотрите, но не только спальню, но и гостиную. Об этом мы с вами поговорим чуть позже. Обязательно нужно успеть, тем более размер какой большой, 220 на 240. Это здорово, потому что этим покрывалом мы можем укрывать абсолютно любую кровать. Если у вас небольшая, полутораспальная, вам тоже подойдет. Двухспальная и даже евро великолепно укроет наше покрывало. В гостиную его тоже можно применить, потому что на диване оно смотрится великолепно. И мы обязательно чуть позже это покажем вам. Юля, мне нравится не только роскошное покрывало, и ты знаешь, что меня подкупает здесь больше всего. Это, конечно, роскошный тигренок. Вы посмотрите, как он смотрит. Это именно вот такой вот маленький тигренок, нежный, который так и хочется полоскать, потрогать. Так здорово. А посмотри, посмотри, какие у него глаза, как живые, как настоящие. Да? Это 3D-эффект, суперпечать по хлопку. Но если бы это был просто хлопок, такого бы не получилось. Наш тигренок так бы не улыбался вам. Это плетение, сатин, который способно принять на себя фотопечать. Посмотрите, эффект акварельного фоторисунка. Замечательная краска, великолепная. Она, кстати, сама по себе еще и гипоаллергенная краска. Кроме того, что у нас натуральный хлопок, это сам по себе дышащий гипоаллергенный материал. Еще и краска у нас эко-класса. Это здорово. Вот он как смотрит на вас тигренок, говорит, ну почему же у него не покупаете никак? Скорее звоните, звоните, успейте меня приобрести. Это точно, посмотрите, он определенно что-то хочет нам сказать. А как понравится вот такое покрывало вашим детям? Они будут в восторге. Дорогие телезрители, звоните и заказывайте. Олечка, а вот мы трогаем с тобой эту ткань, и возникает вопрос. Вот у тебя не возникает, например, вопроса хлопок? А почему он тогда такой шелковистый? Ты не хочешь вот меня спросить? Ты знаешь, у меня вообще еще второй вопрос возникает. Почему такие реальные краски здесь? Такое впечатление, что вот это настоящий цветок, который положили на нашу постель. Да, это эффект 3D, эффект оптической иллюзии, который на высокотехнологичном оборудовании создается. Краски экологически чистые, замечательно. У нас все так еще и сатин. А сатин вообще издревле, с времен средневековья считалось тканью богатых людей. И искусные французские мастера обивали мебель этой тканью, сатином. Испокон веков уважение сатину и от дизайнеров одежды, и от дизайнеров домашнего текстиля. Потому что сатин, сатиновое плетение, это крученая нить хлопка двойного плетения, такая прочная, она придает нашему хлопку шелковистый блеск. Это очень приятно на ощупь. По тактильным ощущениям замечательная поверхность. Очень нежные, красивые. Ну, чем мы хуже королей? В конце-то концов, давайте превратим нашу спальню, наш интерьер в королевский шик. Дорогие телезрители, звоните и заказывайте. Это отменное качество, Юля. Такой шелковистый действительно и блеск. И по тактильным ощущениям такое впечатление, что я правда глажу настоящего тигренка. Посмотри, Олечка, что на нашем экране. Декоративная стежка. Это тоже очень важный элемент. Элемент и крепежа, и декора одновременно. То есть стежка у нас не просто такая, знаешь, бывает обычно ромбом делают. Да, а здесь в виде цветка, в виде звездочек. Это замечательно, то есть это дополнительный такая, ну, игривый такой элемент декора. Ну, и главная его функциональная особенность, то, что он держит, конечно же, крепко держит наш чехол. Чехол у нас верхний. Это 100% хлопок с сатиновым плетением. И внутри у нас наполнитель. Наполнитель замечательный, тоненький, обязательно всегда простёгнутый. Стегано должно быть покрывало, потому что оно должно ровно лежать. Да, ведь все-таки, ну, детишки прыгают, сами прилегли, отдохнули, чтобы не сминалось, чтобы не было заломов. Вот она, стежка, какая полезная. То есть, Юля, я правильно тебя понимаю, простегано насквозь? Совершенно верно, насквозь. Вот ты сейчас перевернула, с обратной стороны у нас не крашеный, да, хлопок. Ну, это сделано, может быть, для того, чтобы, да, можно было как одеялом накрываться. И, может быть, не все любят цветы, а белую ткань тоже очень хорошо к телу. Приятный, нежный такой оттенок. Замечательная стежка действительно насквозь. Это очень хорошо, крепко будет держаться при стирке. Нежный хлопок, согревающий зимой и охлаждающий летом. Дорогие телезрители, это 100% качество. Качество, которое вы можете прочувствовать уже совсем скоро, если позвоните нам по телефонам, которые вы видите на своих экранах, и закажете свой комплект. Покрывало ветка рябины с шикарным тигренком. Также мы хотели бы вам напомнить, Юля, вот сейчас
сейчас тоже, то, что это покрывало, естественно, с подушками, не забывайте, что они тоже идут в комплекте, можно использовать не только для спальни. Да, не только для спальни. Я, Олечка, приглашаю тебя в нашу импровизированную гостиную, где мы нашим великолепным покрывалом из 100% хлопка уже укрыли наш диван. Иди, присаживайся. Мы практически сделали новый диван, новая обивка, как будто бы на самом-то деле здесь покрывало, наше покрывало ветка рябины. Олечка, присаживайся, окунись в эту прелесть, в этот 100% хлопок, садись и наслаждайся. Я в восторге, вы посмотрите, какие тигрята здесь, прям такие, они как настоящие, как живые, я рядышком присяду. Смотрите, в центре внимания твой любимый тигренок, сиди с ним, ласкайся, а я расскажу о качестве нашего покрывала. Вы обратили внимание, когда я вам говорила, да, стежка и внутри прослойка, все это держит форму, поэтому посмотрите на диване, как ровно располагается наше покрывало. Оно идеально облегает поверхность дивана и выглядит, как будто обивка. Да, искусные французские мастера, я уже говорила, в средневековье обивали королевскую мебель вот таким сатином, потому что он обладает уникальным совершенно свойством, превращает хлопок в шелковистую поверхность. Только сатину это под силу, и вот хлопок выглядит, знаете, так вот переливно, бархатисто и очень-очень нежный на ощупь. Ну и, конечно, рисунок, 3D-рисунок. Такое возможно на сатине. Посмотрите, тигренок смотрит на вас прямо как настоящий, как живой. Посмотрите, не только на нашем диване поселился, ну прям как настоящий тигренок, но и здесь выглядывает из цветущей рябины, правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Вот цветущая рябина выглядывает и смотрит на вас. Это подушки, и я сразу узнаю по тактильным ощущениям, это высококачественный 100% хлопок. Это 100% хлопок. Олечка, будь уверена, да, действительно, это 100% хлопок, как и на наволочках, которые идут в комплекте. Размером они у нас 50 на 70. Также и покрывало выполнено из 100% хлопка. Экологически чистый материал, который не электризуется, не накатывается. Это очень здорово, потому что все-таки это покрывало, да? Мы на нем сидим, мы на нем лежим, да. Активно его используем, поэтому это важно. Юля, я сразу представила себе, вы знаешь, очень часто встречаются такие моменты, вот, например, к моей свекрови я приезжаю, у нее тоже есть покрывало и две подушки декоративные, но прилечь на них невозможно, синтетика. А здесь хлопок, вы представляете, 100% хлопок. Вот давайте представим, вы пришли с работы, устали. Хочется посмотреть телевизор. Нет проблем. Расположились на диване и прилегли на хлопчатобумажную подушку. А я вот уже взяла наши наволочки. И сейчас открою вам еще один секрет нашего великолепного комплекта. Посмотрите, здесь у нас очень удобный карман. И такой захлест, который я, когда наше белье изучала, прямо, честно говоря, даже удивилась. Посмотрите, какой хороший захлест для того, чтобы разместить подушку. Это здорово. Смотрите, сейчас я буду переворачивать ее и пытаться подушку нашу, ну, вытряхнуть из наволочки, но у меня это не получится, это уж точно, потому что захлест крепко держит ее. Смотрите, что я делаю. Вытряхивайся, подушка, а она сидит там крепко, держит ее вот замечательный карман, посмотрите. То есть подушка никуда не денется. Вот так вот будет украшать ваш диван. Слушай, такой надежности... и отдыхайте на ней спокойно. Такой надежности я нигде не видела. А я вот нашла этикетку, как ухаживать за нашим постельным. Действительно, как постельное белье смотрится шикарно. Покрывало, ветка рябины, мягкость и тепло 100% хлопка. Легко ухаживать. Посмотрите, гладить, пожалуйста, на двоечке. Стирать нет проблем. Все это возможно. Ведь это хлопок. Стирайте себе на здоровье. Да, стирайте. При 40-60 градусах хлопок выдерживает и большие температуры. Вы не переживайте, что он перекосится или сядет. Усадки хлопок не дает. Обычный хлопок дает усадку, но только не наш, потому что плетение сатин сдерживает, и усадки не происходит. То есть форма останется прежней, геометрия останется в первозданном виде, всегда ваше покрывало будет выглядеть как новое, потому что это сатин замечательный, который мы все любим, потому что он дает нам красоту и качество. Итак, в комплекте покрывало и целых две наволочки размером на подушку 50 на 70. 220 на 240 размер покрывала. Редко такое бывает, обычно поменьше делают размер, а здесь
здесь такое большое покрывало, которое великолепно укроет вашу двухспальную кровать и даже еврокровать. А если у вас маленькая полутораспальная, все равно приобретайте, потому что задрапируется замечательно, закроет, сделает такое, да, обрамление вашей кровати, будет не спадать. А посмотрите, на какая красота на нашем диване. И на диван, в гостиную можно использовать наше покрывало. Юлечка, я бы хотела попросить наших телезрителей вот сейчас прямо оглянуться по сторонам, посмотреть на свою мебель. Наверняка у вас где-нибудь стоит старое кресло, например, которое вы хотите выбросить или хотите обновить обивку, а стоит это очень дорого, я узнавала. Знаете, маленький диван, чтобы обить, стоит 16 тысяч, вот такусенький, это кухонный, я имею в виду. Не тратьте денег зря, потратьте лучше деньги на покрывало веткой рябины и существенно сэкономьте. Во-первых, мебель новую покупать не нужно, а во-вторых, вы преображаете свой интерьер, делаете новый диван. Посмотрите. Диван действительно выглядит шикарно, сатин так играет на свету, замечательно. 100% хлопок, не электризующийся, да еще так выглядит замечательно, да переливы просто. Акварель такая перед нашими глазами, фантазийный рисунок, здесь не просто цветы, а еще и большая кошка посередине. Да, шикарно, наш тигренок, смотрите. Шикарный. Глаза охраняет у него, наш диван. Да, она охраняет и наш сон, если мы напокрывали, и наш диван, когда мы отдыхаем. Глаза, посмотрите, вот все, мне бросается просто в глаза, такие его искренние. Глаза. Каламбур, говорю, ну действительно это так и есть. Они искренние, блестящие. Да, потому что это сатин. Он дает нам вот такой эффект блеска, шелковистости. Но при этом покрывало никогда не убежит с вашей кровати, потому что это 100% хлопок. И он не двигается и не скользит. Идеально фиксируется на вашей кровати.